вроде сейчас уже статья есть, чтобы хозяева хорошо относились к животным. Ой, если честно, я к животным отношусь так. Не очень люблю животных, поэтому в пользу там защиты их ничего такого не могу сказать. Я думаю, по доброте душевной, наверное, немного людей согласятся на то, чтобы животное имело право. Если только законодательный вариант нас будет каким-то образом воспитывать. Я думаю, что да. Я считаю, что да, права должны быть. Каждое животное, ну, право на жизнь, потому что сейчас люди очень жестокие. Как ты думаешь? Не знаю. Ну, вот у тебя кошка дома есть, у нее какое право должно быть? Ну, питаться. Питаться еще. Право, чтобы за ней ухаживали, правильно? Чтобы гладили ее. Гладили ее, право, да. Хочет она ее гладить, хочет не гладит. И тогда, когда они беззащитны, их нельзя трогать. Ну, у нас законодательство сейчас этим вопросом занимается. Я думаю, все-таки начало положено.